Началось последнее солнечное затмение года. По сообщению Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, это будет полное солнечное затмение. Оно завершится в 13:37. Его продолжительность составит 4 часа 8 минут. Частичное затмение будет наблюдаться на юге Австралии, Африки, Южной Америки, Тихом Атлантическом и Индийском океанах, а полное затмение в Антарктиде. Отметим, что первое солнечное затмение года произошло 10 июня.